Пошел нахуй. Сложно начать? Не знаю, я забыл. Так ты звук проверил? Нет, на рандоме. Ну так проверь, ебать. Ладно, пацаны, есть наушники у кого? Да. Пошел нахуй. Соси мои яйца. Отлично. Ну все. Всем привет, с вами Алишер Садыков. Мы с вами находимся в бордшопе Squad. Сегодня мы найдем самый дешевый став в магазине, который у нас есть, и соберем из него комплект. Мы уже обыскали весь магаз, потратили небольшое количество времени, но нашли уже заранее все дешевое, чтобы далеко не ходить. Сразу все достанем и покажем вам. Так, начнем с... чего начать? С подвесок, мне кажется. Начнем с подвесок. Значит, подвески Tensor. Одна штука стоит 1020 рублей. Соответственно, две подвески вам выйдут 2040 рублей. Размер подвесок 5.25. Это, насколько я помню, подходит восьмерка, 8.125, возможно, 7.75. Размеры будут написаны вот здесь. Вот, я сейчас точно не помню. Поработай же, мать. Так. Теперь посмотрим на колеса с подшипниками. Колеса Dark Star. Вот такие вот рыбаки. Обойдутся вам всего за 1840. Будь я маленький школьничек, какой я когда-то был, и денег не было никогда на хороший став, поэтому приходилось выживать. Вот, мне кажется, в целом подойдет вообще, как бы. И подшипники Speed Demons. У меня, кстати, такие были. Мой самый первый комплект был весь Speed Demons. Вот тут, значит, подшипники Speed Demons. Я так понимаю, это ABEC 3. Давно уже не встречал то, что кто-то маркирует подшипники по ABEC-ам, но это ABEC 3. 780 рублей. И колеса еще раз 1840 рублей. Вот. В финале мы почитаем, скажем вам общую сумму. Болтики. Значит, болтики. Что это? Superior. El Paco Sidra Bajo. El Superior. Так, теперь болтики. Болтики Superior. Не особо часто их где-то видел. В общем, болтики вам обойдутся в 140 рублей. Самые дешевые в магазине, естественно. Так, осталась у нас доска и шкурка. Значит, доски Squad. У них, в принципе, у всех одинаковые прайсы. Это 3150 рублей. Под наши подвески подойдет доска. Вот такая доска. А, это не та, бля, у нас пингвин, сука. Под наши траки подойдет доска вот такая 8.125. И осталась еще шкурка. Шкурка самая дешевая, Bullet. Она стоит 270 рублей. Вот. Итого у нас вышло... Сколько? Так, где такой телефон? Итого у нас все вышло 8220 рублей. И мы все это разыграем. Разыграем, не собирая это в комплекте, чтобы вы практиковались и собирали комплекты сами. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно запостить это видео у себя ВКонтакте на стене. Также, чтобы мы вас нашли и увидели ваше видео, оставьте комментарий под этим роликом на YouTube с ссылкой на ваш профиль ВКонтакте. Мы рандомно выберем победителя и отправим ему вот этот став. Увидимся с вами там где-нибудь. Не, плохо. В конце. Если будет хорошая активность у этого видео, в одном из следующих видео мы разыграем самый дорогой комплект. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Так что оставляйте комментарии, участвуйте в нашем конкурсе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами на споте. Пока.